Вот, ребята, попали мы под обстрел. Сижу в конуре и жду пиздюлю. Кстати, прячусь я за приватбанковским банкоматом. Надежная штука. Даже БТР не пробивает. Вот уёбки. Лети, сука! Ебалось оно в рот. Опять сейчас прилетит. Дорогие телезрители, вы меня простите, но в окно высовываться точно не буду сейчас. Палочка, ну, брод. Совсем близко. Сука. Так, надо менять позицию, новую жопу. Я жить хочу. И что нас ебашит? Это просто пиздец. Я вот, короче, в такой конуре вот здесь сижу. По нам работает гаубица. Сука, скачешь, шоссе и гак, блин. Вот, блин. Где мой, сука, автомат?
Пиздец. Сейчас прилетит, ребята. Ебалось оно в рот. Пиздец, ребятки, прямо по нам лупят. Сука, сейчас въебут опять. Самодельный такой окопчик сделан. Тупо яма. А у меня над головой стоит печка, которая ебанется мне на голову. Обломались уже. Да, конечно, психологически давит пиздец. О, сейчас летит. Это уже подальше. Это уже хуйня.